Новая модернизированная библиотека открыта в поселке Сокольское. Это уже 35-я модельная библиотека, открытая в этом году. Мы опирались на то, чтобы сохранить действительно самобытность этой библиотеки. Она расположена в здании старого образца такого, постройки 59-го года. Сделана она полностью из дерева, и поэтому как бы не хотелось нам закрывать это все современными строительными материалами. Хотелось именно сделать деревянное, хорошее наше русское здание. Ой, вы знаете, впечатлений, конечно, очень много. Настолько, прям они захлестывают, что было и что стало. Это совершенно новая библиотека, совершенно новый формат. Все новое, начиная от фондов, заканчивая стенами, оборудованием. Но ощущение одного места не всегда однозначно. Это ожидание что-то нового, чего-то нового. Поэтому то, что здесь будет происходить в дальнейшем, я думаю, будет радостно с новыми идеями, вдохновлениями и новыми проектами. Поэтому хорошо забыто старое не бывает, поэтому мы будем опираться на старый момент, но обязательно стремиться к чему-то новому. И та библиотека, то пространство, которое вы сегодня наблюдаете, оно как раз вдохновляет делать что-то новое. Будет открыто 36 модельных библиотек, из которых вот в этом году 13, из них мы делаем 5 в рамках национального проекта «Культура», и 8 библиотек мы открываем за счет региональных средств. То есть эта инициатива благодаря губернатору Нижегородской области возможна.